Итак, здорово всем, это Принц Персии Пески Времени. Я когда-то 1000 лет играл в нее в компьютерном клубе. И, по-моему, когда у меня появился первый ПК, я в нее тоже вроде как играл. Это было очень давно, я уже не помню столько всего здесь. И, по-моему, нет, по-моему, я играл еще в какую-то часть. Да, на ноутбуке у друга. И все, это тоже было очень давно. Захотел я... Я увидел случайно информацию о том, что делается ремейк вот этой части. Сейчас можно предзаказ оформить, там очень красиво все, классно так на скриншотах. Но я и натолкнула на мысль, я просто вообще даже забыл за эту игру замечательную, что почему бы не поиграть. Вот, сейчас буду вспоминать управление, разбираться, и это, естественно, первая часть, которая на ПК вышла. «Пески времени» называется, в 2003 году вышла. Вот, и сейчас выставил настройки графики, у меня был туман включен, и не было, не видно ничего вообще. Сейчас его выключил, и все стало видно. Прочитал в интернете, что есть такая тема. Вот, максимальное разрешение такое. Вот так. Так. Так, а прыжок как? Окей, блок. Чтобы управлять камерой, используйте принца. Бегите по краю, нажмите прыжок, чтобы прыгнуть вперед. А, так тут еще и не везде прыгать можно, да? Оказывается, чтобы бежать по стене, бегите, удерживая особое действие, правый клик. Ой, блин. Жмите обзор каменный, Ctrl для перехода от первого лица. Это что такое? Тихо, что-то было с камерой-то. Так, правый контур, да? А, не-не-не-не-не-не-не. Вообще, конечно, тут игра про паркур тоже. Очень много паркура. Мечик у принца. Я не пойму, как блок ставить, если будет бой. А, он будет, вот он бой. Меч я достал. Так, нажмите левый клик, чтобы атаковать, себе правый клик, чтобы парировать. Ага, вот. Вау. Все? Так. А. Давай. Неплохо. Как я меч убирал? Многие в те дни искали честь и славу на поле боя. Чтобы их легко сказать, вы самый великий из моих воинов. Чтобы попить в воды. В то мгновение, когда мой меч окрасился кровью, я понял, это не мой путь. Я заслужу признание своего отца не убийствами, а тем, что стану первым, кто найдет сокровищницу Магараджи и то, что она скрывает. Скрывает. А где кинжал времени? Я же помню, что тут можно было время восстанавливать как-то песком времени, по-моему. Сейчас, я так понимаю, будет бой. Камера, камера.
все. Угу, это перекат, а я все жму на прыжок. Сокровищница Магараджи. А толку ящики бить? Бежать вдоль стены, бегите, удерживая особое действие, правый клик. Ну бегу. Вау. Точно, точно. Так, что тут за стенка такая? А там ни хрена. Показалось. Устал. И тут нифига тоже нету. Восстановить ХП, да? Да, для 2003 года это реально шедевр был. Ага, надо будет туда попасть. Тоже меч, да? Ну и все. Тю, зачем мне каждый раз принца показывают? Смотрите-ка, у принца кинжала нет, но кобура, ножны под кинжал уже есть, под маленький кинжальчик. Так, ну что тут? Подпрыгнуть вверх и ухватиться. Забраться на уступ. Еще раз, еще раз. Вот оно как. Ну, я думал, я не знал. Подожди, подожди. Все произошло не так. Не так. Блин, сейчас опять с ними драться. Ну ладно. Плохо, плохо, плохо дело. Все. Придется водички попить, вернуться. Благо здесь рядом оно. Так, это я понял. Нажмите на отмену, чтобы повесить на уступе. С кнопка, оказывается. Кнопка С. Переходи. Неплохо ушел. Ah!
Готово. Так, теперь куда? Ага. Колонны. Я вижу балкон вон какой-то, и вроде на него можно залезть. Если отсюда как-то оттолкнуться на колонну. Да, смотри-ка. Я угадал. Прыгай, прыгай, давай. Долетел? Долетел. Красава. Все, мы знаем. Ты хочешь, чтобы я продолжил свою историю с этого места? Да, когда сохраните. Мы прервемся в следующий раз. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Благодарствую. Тихо, чтобы взял за стены. Это я помню. Это я помню. Оттолкнулся? Да, оттолкнулся. Теперь. Ой, блин, как опасно. Так, здесь понятно. Нет, не так, да? Вот так. И вот он лежит вне досягаемости. Кинжал времени. Там находится сокровище, которое я носил бы с гордостью. И песочные часы стоят. Нашей победе. Ёпта. И если бы я только мог добраться туда. Ну, мы попробуем. Зажмите Space, пробел, отпрыгнуть от стены. Ну, это я знаю. Уже. Кинжальчик, дорогой кинжальчик. Так, если бы я смог туда добраться. Если бы я смог туда добраться. Я правильно бегу, да? По идее, да? Стоп, я не отсюда. Нет, я не отсюда пришел. Смотри-ка. А вот и ловушки. Замка. Избегайте ям с шипами. Так, камера, пожалуйста. Давайте посмотрим, как они двигаются. Пошли за этой ловушкой сейчас. Поворот, сюда, все. В принципе, ничего сложного. Ямы с шипами. Вода. Рисунки. Ишь ты. Ага. А он не залазит. Или не допрыгивает. Так, я вижу здесь небольшой ступ. Подожди, подожди, вот же он. Вот ступ. А, фигушки. Надо думать, как туда попадать. Правая кнопка мышки. Да, я достал. Оказывается, здесь все-таки был ступ. И с той стороны тоже один есть. Так. А вон я вижу снова там эти палки из земли торчащие. Вот они, да-да, шипики эти. Чуть-чуть приблизимся, пройдем вот так. Хорошо. Беги! Нет! Нет! Твою мать, я думал вообще там пропасть сейчас улетит он. Так, я вижу уступ, куда надо нам. Та-та-та-та-та-та-та! Прыжок! Все, сюда переходим. Так. Ага. Ё-моё. Если сейчас отпущусь, я... Ну, он не полетит в яму. Нет, он удержался. Так, ползи. Не
дай бог в сторону я нажму и пробел, это все, он отпрыгнет от стены, и это будет фейл века. Я держусь за колонну. Ох ты ж, ёптать. Ага. Чтобы повернуться, нажмите прыжок. Нажал. Ну, а теперь что? Теперь спускаться надо. Я на какую сейчас колонну должен прыгать? Какие-то камни есть наверх, подъем какой-то по рукам статуи это. Это мы мутим кинжал времени, да? Ух ты ж. У меня была одна попытка, я думал. Все, кинжал у меня. Песок. Так вот, он время вернул. А, конечно, ха. Я то... получил то, зачем пришел. Пришло время уходить. Сейчас. Нифига там шипы. Ох, ё-моё. Твою мать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Сюда. Отсюда туда. Тихо. Что это было? Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Вот так хорошо, неплохо. Так, теперь куда? Почему все рушится? Из-за того, что я кинжал забрал или что? Заставка. Так, посмотрим. А? Отец! Я принес нам честь и славу! Это кто? Ваше Величество! Вы обещали, что я смогу выбрать любое из сокровищ Магараджи. Я выбираю этот кинжал. Ну, ты же не можешь отнять у него трофея его первой битвы. Ты можешь выбрать из остальных сокровищ Магараджи. Вот так вот. За исключением этих песочных часов. Они станут замечательным подарком султану Азада. И за исключением этих экзотических животных для его зверинца. Старик этот поминает. Смотри-ка. Я хочу, чтобы ни одно животное не пострадало, пока а это кто? И пусть все знают, король Шахраман — милосердный победитель. Ого, у него посох. Нельзя доверять человеку, предавшему своего повелителя. И нельзя протянуть себя на службу. Он может предать вас. Катают ее. Я познал мудрость этого изречения на себе в тот день, когда мы прибыли в Азад в качестве почетных гостей султана. Назад? Друг мой! Твой визит — великая радость и честь для меня. Если бы только ты дал мне время подготовить соответствующий прием. Сокровища Азада известны во всем мире. И... Но лучше еще впереди. Я дарю тебе песок времени. Да будет дружба между нашими королевствами столь же долгой, как само время. Песок. А почему он светится? Я могу сказать вам. Внутри этих песочных часов находятся сокровища, подобных которым не видела еще ни одна живая душа. Только кинжал может открыть песок времени, и он принадлежит человеку более великому, чем я. Юному принцу, который более дорог своему отцу, чем все богатства Индии. Возможно, он сделает одолжение. Угу. А и что он должен сделать? Нет! Остановись!
А, он открывает песочные часы. Это так и должно быть? Дай мне кинжал. Нет. Ты выпустил песок времени. Я могу исправить то, что ты наделал. Дай его сюда. Немедленно. Ну, принц-то не специально это сделал. Не со зла, как я понимаю. Бой с несколькими врагами. Откуда ты взялся, ты такой здоровый? Тихо! Блок, блок, держи! Что делаешь? Чтобы поглотить песок. Я тап нажимаю, ничего не происходит. Принц кинжал! Он может повернуть время вспять! Удар кинжалом, забери его песок! Давай, переверни песок времени! А, смотри! Да, и я теперь понял, что их можно убить, только втыкая кинжал после смерти. Ух ты. Это что? Ух ты, сволочь, а? Они так и будут появляться. Или это последнее? Слава Богу. Кто ты такая? Вот кто это такая? Так, это что, в будущее он заглянул, что ли? Я еще такие не делал впервые. Да. Сохранить, да. Давай сюда сокровище магазина. Готово.
и я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ты думаешь, я выжил из ума? Я думаю, что тут я закончу первую серию по принцу. Вот. В принципе, управление довольно простое, если быстро понять, что к чему. И вовремя реагировать, как бы, да, там от стенки отпрыгнуть, там зацепиться, то ничего, в принципе, сложного нет. Вот, игрушка шикарная. Всем спасибо за просмотр, всем пока.